Точно не видно. Точно не видно. И я. Это моя дочь какая-то статуя. Все, можно пилать. Приветствую, ребята, вас на своем канале Виктория Аланже. Это мой семейный канал. Тот, кто меня знает, как бы сказать, мой канал обо всем, о моей семье, обо мне и о моих детишках. Сегодня у нас проходит Велесова ночь. И смотрите предыдущее мое видео. Я для Хэллоуин. Да, я об этом рассказывала. Мы не празднуем прям конкретный Хэллоуин, но мы празднуем Велесову ночь, то, что должны знать в России. И Агата, она заболела, и поэтому мы сегодня решили... Будем спокойно. Да, в спокойной обстановке решили сделать такой маленький челлендж хэллоуинский, или будем его назвать велесовский, потому что мы сегодня не пошли никуда на улицу, у нас объявлено... Да, а он называется «Угадай, что в коробке». «Угадай, что в коробке». У нас объявлен ураган. В том году, если кто нас знает, на канале Матиас ТВ, мы ходили в музей восковых фигур, у нас был такой мини-челлендж, и ходили, так как в Хэллоуине принято, собирали жизнь или конфеты. Но в этом году мы никуда не пошли, потому что Агаточка у нас болеет, и мы решили в спокойной обстановке провести такой мини-челлендж. Я надеюсь, что вы нас не будете критиковать, потому что все-таки мы проживаем в Европе, и дети об этом празднике знают. Но вы нас смотрите, как правило, больше в России. Поэтому мы этот челлендж присваиваем не Хэллоуину, а Велесовой ночи. А у меня юбочка. Пристань, покажи юбочку. Юбку покажите. Тебе нравится, хочешь показать юбку? Да, еще крылочки. Крылочки, да, и юбочки. Вот. Юбка, крылочки. Поэтому детям очень интересно, все-таки такая волшебная ночь. Мы не призываем злых духов, а скорее их выгоняем. Злых духов. Так, садимся. Кому интересно, поехали. Сейчас детки будут сами проводить челлендж, потому что я знаю, что на моем канале, у меня семейный канал, и есть подписчики тоже дети. Я хотела бы тоже также им предоставить немножко такую маленькую радость, чтобы они тоже... А я всем ставлю лайки в их видео. Да, Агата у нас всем ставит лайки. Я подписки. Ребята, подписывайтесь на наш канал. И колокольчики. Я подпишусь на них мультик. Хорошо. Все. Я буду как мама помогать своим детишкам, а детишки, в принципе, будут сами проводить челлендж. Они это хотели. Взрослые не осуждайте. А тот, кто помладше, делаем это видео для вас. Так что поехали. Поехали. Смотрите, что у меня есть. Сейчас я буду класть какие-то вещи в коробку, а вы должны будете угадать. Эти вещи будут немножко как бы по теме связаны с Хэллоуином или Велесовой ночью. Агате, конечно, будет немножко тяжелее, потому что она не все это знает. Ее просто радует весь этот антураж, что это все-таки такая волшебная ночь. И вот так все вот так вот как прекрасненько. А Мати, конечно, в этом шарит больше. Так что посмотрим. А вы знаете, что я больше люблю хэллоуинские видео? Да ты что, молодец. Так что, если тот, кто проиграет, Матей и Агата, не расстраивайтесь. Мы собрались ради того, чтобы просто хорошо провести время. Я Агата заболела. Время и вечер, да. Агата у нас болеет уже давно. Больная. Все. Одеваем вам такие штучки, чтобы вы не видели то, что я буду класть в коробку. И не подсматривайте, пожалуйста. Я потом сниму, чтобы вам было удобно. А ты, Матей, сам одел? Да.
Так, Агатушка, что, не видно ничего? Нет. А тебе? Не видно. Точно не видно? Точно не видно. Так, и не... Я видно пока свою хурбу. Честное слово, не подсматривайте. А то будет неинтересно. Хорошо? Я тут что-то слышу. И я. Кабука, я хочу взять и сядь. Так. Подсказка. Один предмет короткий. Вы кладете руки с двух сторон и пробуйте потрогать этот предмет и отгадать, что это такое. Я убираю ваши лимонады. Так, теперь подождите, я открою вам. А я сама могу. Ты сам можешь снять. И кто начинает? Вы вместе. Вместе. Нет, удобнее вот этими руками. Вот. Нет? А мне наоборот вот так. Ну смотри, Агата, тебе какой. Достаете до этого предмета? Это моя тут какая-то статуя. Ну я не знаю. Что-то из глины. Да. Ой, да. Свинка какая-то. Да. Нет. Но, мне кажется, свинка-то. Не смотрите. Я забыл, да. Не смотрите. Агата. Вы должны руками. Руками можете трогать этот предмет. Это скелет? Скелет. Близко. Голова скелета? Да, точно. Голова. Я не угадаю. Я не угадаю. Как называется голова скелета? Можно показать. Череп. Ну давай, мы, может, что-нибудь другое отгадаем, Агатушка. Мочалки, поможешь мне отгадать? Так, одеваем повязки. Агата, не ищет. Я сама умею. Агатуш, ты не бойся проиграть, потому что... Я сама умею. Да подожди. Ты не бойся проиграть, потому что, ну, ты же Матею 9 лет, а тебе 4 года. И это, конечно, получается тебе намного тяжелее. Ничего не видно. Точно? Что не видно. Матей, не мухлюешь? Не муплю. Точно? Да. Ничего не видно. Вот я розовый по-русски, мне видно. А мне только что-то зеленое. Точно не видно? Точно. Точно. Точно, точно? Точно, точно. 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 Так, снимаем. Готов. Ты приблизь. Так, я аккуратно, подождите, подождите, не смотрите. Доставь, внимание, мальчика. Да. Кошечка! Точно! Кошечка! Что? Эй, я просто не успел! Ну, кто успел, тот успел. А я просто, я Агату ждал просто. Вот твои косточки. Что, ждать нельзя? Не надо? Нет, не надо, просто... О, тогда... Вот мне эти косточки. Чё? Как-то я у вас... Как-то у вас всё лёгенько получается. Но мы и говорили, что это... Это прыжки-игрушки. Мини-челлендж такой. Это прыжки-игрушки, да? Да. Так. Я просто легко чувствую косточки и нет. Легко чувствуешь. Даже при температуре болеет у нас Агата, но все равно согласилась. Yeah. Да, потому что никого из детей не заставляют, потому что им это интересно. Мать, все? Да. Мухлевания нет у вас ни у кого? Нет, правда, ничего не видно. Искать. Никто не смотрит? Чего? Нет. Смотрю. Точно? Точно. Точно. Точно? Когда мы подождите. У нас даже летучая мышь испугалась, улетела, а вы ничего не боитесь. Так, можешь снимать, Мати? И не подсматриваем рукой. Подожди, одинаково вместе. А, надо это было. Шарики? Шарики? Нет. А, конфеты какие-то? Конфеты. Так, не смотреть, не смотреть. Нет, не смотреть, Агата, не подсматривать. Но в форме шарика, ну что это может быть? Глядя шарики! Вы чё? А ты не смотрела точно? Не, мне кажется, что смотрела. Нет, не смотрела. Нет. Ну, не знаешь, смотрела. Попыталась, но не смотрела. Сестре
чем-то это не позорно, потому что она девчонка, как бы сказать. И маленькая. Так не. Я говорю, а подготовилась просто. Мотька уже не смотрит эти челленджи, Мотька больше в Майнкрафте у нас. И... Но я вам объясню, кто смотрит из взрослых, мы не живем только одними челленджами или только одним Майнкрафтом. Да. У нас нормальная, обычная жизнь, но иногда вот мы себе позволяем, потому что дети растут и все равно это все видят. Просто Агата, походу, подготовилась, посмотрела. А я ничего не смотрела. Так, ничего не видно? Ничего. Ничего. Только звездочки розовые. Только звездочки розовые. У меня, еще... У меня только зеленые. У тебя только зеленые? Только снеговики. Точно или ничего не видно? Точно. Нет. Точно. 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 Если мы тебе сто раз говорим. Как классно. Видно ничего? Не видно. Нет. Можно? Да. Давайте. Так, подождите. На раз, два, три руками. Раз, два, три. Это... Не боишься, а ты даже не боишься? Паук. Точно! Да. А как вы так быстро отгадываете? Да, это не знаю, но я не понимаю. Смотрите. Чё? Я это трогал. Да. Какой ужас. Какой ужас. Это игрушка. Ничего, все равно. Это игрушка. Паук. Лучше сюда поспать, а вдруг съест. Он не настоящий. У Агаты был толчий. Сейчас два. Не, она, у меня какие-то эти... Большие? Монстры, а у Агаты какие-то части тел. Да. И не подсматриваем. Не подсматриваю я. Я просто вас предупреждаю, потому что будет неинтересно. Ты уже это сто раз говоришь. Да. Как нечестно. Эй, вас смотрят зрители. Они сами скажут, честно это или нечестно. Так, снимаем. Подождите. Снимаем. На раз, два, три. Аккуратно. Раз, два, три. Это мозг? Мозг? Нет. Летучая мышь? Летучая мышь? Кактус какой-то? Кактус. Кактус. Ничья, молодцы, вы одинаково. Значит, все одинаково? Это как? Как вы быстро все отгадываете? Вот тебе. Вот он как будет. Три? Да, три. Хочу попить. Попить хочешь? Угу. Музыкальная пауза. Хочешь? Угу. Музыкальная пауза. Пауза, стоп. Все, одеваем? Да, конечно. Да. Не подсматриваем. Да не подсматриваем, мы как в 100 лет уже. Да. А вы 100 лет сидите за коробкой, да? Да, уже 100 лет. Дяма. Уда-пада. Уда-дуда, бумба-бада. Уда-дуда. Дуда. Потрогайте лучше. Мышки. Потрогайте руками. Мышки. Мышки. Ну так а чего? Агатош, все нормально. Ты же тоже вперед шла. И он может. Ему... Ты смотри, сколько у тебя тут призов-то. У меня мало. Нет, не мало. В этом и заключается челлендж. И не нужно обижаться тот, кто проиграет.
Я вам показываю. А как потом выглядит? Не боитесь? Нет. Точно не боитесь? Нет. Точно? Все, нет. Не совсем хороший. Он говорит. Говорит. Смотрите, у меня есть. Что, едем дальше? Да. Катаемся. Агатушка, ну ты знаешь, что даже если мы с тобой проиграем, я на твоей стороне, потому что Матейка-то старше, а мы просто участвуем. Хорошо? Зайка, да? Главное не выиграть, да. Участие. Да. Одевай. Главное движуха, да. Движуха-жуха. Ты вообще меня удивила, что молодец, два раза отгадала прям за собой подряд и третий наполовинку. Я вообще думала, что ты ничего не отгадаешь. Мама. Да. Еще вы болеешь. Так все, Матюк, как ты? Нормально. Прием. Да, все нормально. Так, сейчас. Все, мама, хвила. Отгадка, что это конфета? Да. Не, я как дам. Да ей приз, молодец. Да я дам. Нет, это тебе. Хорошо, у кого? Да чьей я... руке глаз? Какой руке глаз? У твоей. Моей, я понимаю, что в моей руке. Какой, в правой или в левой? Лево. Это тебе глаз? Они сладкие, это конфеты, их есть можно. Понюхай, как вкусно пахнет. Понюхай. Нет, я уже не понюхаю. Значит, это вкусно. 4-4? 4-3? Ну, ты я даешь приз? Да. 4-3 тогда.
Потому что она, видишь, к теме посвящена. И в следующий раз можно сделать еще челлендж такой. Рандомный. Да, на какой-нибудь сделать такой челлендж и отгадывать такие предметы, которые как бы нету общей темы. А это как бы тут вот все где-то около этого. Все, закрыли? Да! Прям один в один, вот сейчас прям вот честно, молодцы. Покажи. Покажи. Выделай. Я все взял. Ой, это не я. У тебя зеленый. Вот, ура, они вкусные? Кусты. Вкусные зуба. Это же конфетки! Конфеты зубы, да? У меня попались конфетки! Попались! Ну, да? Где там зубы делай? Вы же коробки не видно. Она вкусная, сладкая. Можно есть? И вот это тоже вкусное. Можно есть? Одеваем? Да! Пить хочешь? А где твоя это повязка? А где повязка? Покажи кружку свою. Поставь ее перед собой. Скелетик. У меня скелетик. Ага. И у матери. Кружки из черепов. Угу. Прозрачные. Одеваем? Да. Зря как-то не скушала конфетку, она сладкая. Да. И тяжело разжевать. Один, два, точно? Три. Подожди. Да, точно. Нет. Один, два, три, четыре, пять, девять, десять, восемь, девять, пять. Один, два, десять, девять, десять, восемнадцать, восемнадцать, двадцать, пять, пять, пятерка. Давай, раз, два, три. Руку суй. Ну пробуй. Да, ленел. Пробуй рукой, Агата. Леденец. Леденец, а дальше что? Паук. Какой леденец? Паук. Скелетон, скелетон. Мальчик. Рекламу с этим венцом. Да? Да, недавно. А сейчас там, да, стоит? Бла-бла-бла-бла-бла. Через что кисленький такой. Кисленький? А ты попробовала? Да? Покажи. Сладкие. Это не бойся, они все сладкие. А этот мозг, он там шипит. Шипит, да? А ты не хочешь попробовать, как он шипит? Куда ко мне? Угу. Оказывается, вот эта верхушка, вот эта шипучка. Она такая пощипывает и кисленькая. Это зомби? Нет, все, не посмотри. Это будет игрушка зомби? Да. Это будет игрушка зомби? Нет.
Раз, два. Последний раз. Давай. О, это что-то... Кто? Кот. Я поняла, но ничья и вышла. Да. Ура! Молодцы! Вечера. А тортик был заключительным этапом. С какой он? Хочу. С печенюшечкой. Это вам? Да, это вам. Можно где я? А это я там сидела. Мы все испугались. Мне тоже печенка. А, в рот сразу ее. А на мясо лучше. Печенька. Ой, шоколад, не беда. Запивать. Сладкий. Все, спасибо большое. Тот, кто досмотрел это видео до конца. Всем пока! Подписывайтесь на канал Виктория Аланге. На мой семейный канал. Сейчас мы будем хряпать наш тортик. И всех, хорошо, не буду поздравлять с этим праздником. Всем просто хорошего, доброго вечера в кругу своей семьи и прекрасных детей. Поздравляем этого пластика. Что? Поздравляем этого пластика. Поздравляем с этим праздником. Все, всем большое спасибо, пока-пока. Пока. И не забывайте подписываться. И колокольчики. Да. Детям колокольчики, а мне, если вам понравилось это видео, то ставьте, пожалуйста, лайки. Да, лайки. Я буду очень рада. Все, скажу.